Фрэнк говорил, что вы служили с морпехами. Пехота. 41-й полк. Знаю, часто это слышите, но спасибо за службу. Не всегда слышу это, но горд служить стране. Не хочу быть в любом клубе. Хочу играть здесь. Должен подумать о членах клуба. Они не привыкли видеть мексиканца на поле для гольфа. Работаю в пекарне. Мяч, малыш. Несложный удар, Филиппе. Да? Кордер говорит, не справишься лучше. Как насчет этого? Джо. Ведь подучил так бить. Как вам быть первыми членами школьной команды по гольфу в Сан-Филиппе? Мы сегодня просили присоединиться к гольф-клубу. Гольф? Все равно принесу хлеб, чувак. Когда пригласят на американскую вечеринку, ты развлечение или помощник? Позволю знать. Хороши? Нет. Но не хотел быть нянькой для юных правонарушителей, стремящихся бежать от ответственности. Все это. Да, мистер Митчелл. Извините, ребята. Как мы разговаривали, я подумал, вы американцы. Да, вы угадали. У этих команд было больше преимуществ. Лучший гольфист не тот, у кого крутой снаряд, но тот, кто продолжает бить, когда все трудно. И это вы, ребята. Люди должны видеть нас больше, чем слуги. Это просто жизнь. Иногда вы на грине, иногда вы в бункере. Но вы всегда играете так, как есть.